Реклама – двигатель политики и торговли. Телевидение – на нем двигаются интернет-издания. Мы говорим о человеке, работающем в кино с 1982 года. Он первый сделал рекламный ролик в столице металлургии в 1995 году. Что сейчас? Работа на всех типах носителей, аэросъемка, 3D-графика и лучшее понятие того, что вам необходимо. Да, это стоит дорого, но оно того стоит. К слову, есть еще и идеальное звуковое оборудование в России и знающие диджеи. И все это вы можете заказать в ProSound'е по телефону плюс 7 951 470 07 70. Так вот, я обращаюсь к тем, кто понимает, что такое телевидение. Телевидение – это очень крутая штука, поверьте мне. И те несколько компаний, которые не размениваются на интернет-ресурсы. Что за компании? Вы, в принципе, все их знаете. Burger King. Слышали про такую? Не слышали? Посмотрите телевидение. KFC. Не слышали про такую? Не слышали. Опять же, посмотрите телевидение. Макдональдс. Не слышали про такую компанию? Не слышали. Опять же, посмотрите по телевидению. Пепси. Ну и так, кто продает Лейс, одна и та же контора. Не слышали про такую компанию? Не слышали. Опять же, посмотрите телевидение. Кока-кола, не слышали такую компанию? Опять же, не слышали. Опять же, посмотрите телевидение. Ребятки, телевидение рулит. И телевидение дает всем возможность это делать. Тем более, наш канал. Естественно, наш канал для кого он создан? Мои каналы созданы для тех, кто умеет думать головой. А таких людей, к сожалению, у нас много. Думаю, что мало? Нет, дорогие мои. Россияне чем отличаются? Тем, что они умеют с детства использовать различные методы. Как бы я вот был в Америке, когда я там все это дело собрал, используя клей, которых там было не просто предостаточно, столько, сколько я и вообще в природе их еще и не видел. Я им ровно красиво взял. Они сказали: Алексей, приезжайте только к нам. Я говорю: ну, может быть, почему нет? Но у меня любовь морковь, и я остался здесь. В принципе, я не особо-то и жалею. К сожалению, конечно, с деньгами все не настолько красиво, насколько там. Ну, да и ладно. То бишь, теперь давайте определимся о количестве бабок, которые у нас внедряют. Я эту программу, естественно, для тех, кто понимает, что, в принципе, можно заняться тем, чем занимался и KFC, и... те, кто продает гамбургеры, ну и все остальное. То есть вы также можете накормить город Магнитогорск. Чтобы было понятно, да, вот сколько люди зарабатывают на шашлыках. Ну сколько они зарабатывают? Ну сколько они зарабатывают? Они зарабатывают 400%. И только по ушам внедряют всякие там... всякую билиберду, поверьте мне. Вы не умеете это делать? Нет. Эти пункты общественного питания, как и дискотеки, как и все остальное, это в принципе разумно и достаточно. И вы можете этим делом заниматься. Только обращайтесь к нормальным людям. Нормальные люди, кто они? Давайте посмотрим на одного человека, который первый сделал рекламу в городе Магнитогорске. Кто он? Он прям стоит перед вами. Дело было в 1995 году. Я первый сделал рекламный ролик в городе Магнитогорске. То есть кому надо еще обращаться? Ну, обращайтесь к этим наркотологам. Наркотологов я называю маркетологи. Понимаете, в чем проблема? Если вы их себе забираете, я не понимаю, у вас что, с головой, что ли, сложности? Просто обратитесь ко мне, я вам это сделаю абсолютно бесплатно. То есть маркетолог, он у вас деньги тоже берет, вопросов нет. Но он берет деньги с тех, кому он денежки сует, понимаете? А потом уже вам втирает: о, посмотрите, здесь было красиво и ровно. Ребятишки, занимайтесь, сделайте нашу благость более интересной. Это есть такая дивная возможность. Тем более сейчас, наконец-таки, Россия сделала все для вас. Кредиты, в принципе, я говорю о других вещах, они немножко других денег стоят, но на 500 тысяч рублей можно легко сделать очень качественную шашлычную или, допустим, шаурму. В общем, есть то, что вы можете раскрутить. К слову о том, что вы также можете раскрутить, если с головой все в порядке, производство компьютеров. Потому что компьютеры уже в топе. Основная топовая модификация, она завершила свой примерно потолок самих компьютеров. Это 5-7 лет назад. Остальное — это только видеокарточки. Вот они каких-то денег стоят. Я не понимаю, почему они этих денег стоят. Это отдельная тема. И вы также можете заниматься, к
кстати, почему нет? Программа «Автостоп». Я же не в, не в одежде от «Дома милого дома», а в одежде от «Автостопа» говорю. Занимайтесь, учитесь, делайте. Я сейчас кое-что расскажу, и вам будет очень сильно противно. Для тех, кто ремонтирует автоматические коробки. Да ничего там сложного нет. Просто берете коробку, ставите ее на один стол. Реально. Все дело разбираете на этом же столе, аккуратненько складываете, чтобы потом не запариваться, куда все это делать. Для умности, для мозгов. Включите видеокамеры и посмотрите. И потом уже просто соберите. А что там дальше? Разобрали, спокойненько поменяли пакетники. Первая, вторая, третья, четвертая. Ну и там дали сколько там коробок. Естественно. Потом все так же собрали. Это сложно? Это не сложно. То бишь, занимайтесь, делайте. И обращайтесь к опытному специалисту, коим я и являюсь. Реклама. Двигатель политики и торговли. Телевидение. На нем двигаются интернет-издания. Мы говорим о человеке, работающем в кино с 1982 года. Он первый сделал рекламный ролик в столице металлургии в 1995 году. Что сейчас? Работа на всех типах носителей. Аэросъемка, 3D-графика и лучшее понятие того, что вам необходимо. Да, это стоит дорого, но оно того стоит. К слову, есть еще и идеальное звуковое оборудование в России и знающие диджеи. И все это вы можете заказать в ProSound по телефону +7 951 470 07 70.